Давайте рассмотрим операции с массивами. Ну, массивы – это просто некая коллекция. Вот тут у нас просто в виде коробочек, в которые мы укладываем значения. С массивами можно, как с любой коллекцией, индексировать ее. Можно их ее какие-то операции делать, как со всем массивом, как и с элементами массива. Массивы можно задавать с помощью перечисления. Для конструктора массива используется сокращенная запись конструктора в виде квадратных скобок. Это конструктор массива. Ну вот, таким вот образом мы создаем пустой массив произвольного абстрактного типа. Индексация массива в Joule идет с единицы, так же как в Fortran. Соответственно, от Fortran идущий MATLAB и так далее. В языках, идущих от C, индексация с нуля идет. Тоже по своей причине. Последний элемент имеет индекс end. Ну, вот так. Значит, массив у нас создается коллекция определенного типа. В данном случае у нас пустая коллекция произвольного типа. Пустая коллекция целая и пустая коллекция float. Если мы задаем какое-то перечисление определенные значения, то мы получим этот массив. Перечислять значения можно через запятую, тогда получим вектор-столбец. Через пробел получим вектор строку. Более того, мы можем задавать разные типы в массиве. Ну, обычно во многих языках программирования массивы имеют фиксированный тип. Вы туда можете только определенные значения задавать. Нельзя смешивать. Ну, почему тут так? Потому что, в принципе, Julia сама находит нужный тип. Нужный тип ставится самый максимальный из тех, которые есть. Но в данном случае наиболее общий является float. Он весь float. Вот тут вот вообще из кучи типов. И мы видим, что это массив трехмерный, трехэлементный одномерный массив типа any, произвольный. Кроме векторов, мы работаем и с матрицами. Это многомерные массивы. Вот так вот они генерятся. Давайте посмотрим. Вот тут у нас 1, 2, 3 через запятую. Это значит вектор-столбец. Пробел – вектор-строка. То есть получается столбец, столбец, столбец. Ну, а в данном случае, значит, у нас фактически точка запятой – это операция конкатенации массивов. Тут задаются по строкам через пробел 1, 2, 3 строка, и подсоединяется к ней массив еще строка и еще строка. По строкам задали. Задание создать массив я вот создал. Просто перечислением задаются эти массивы. Массивы можно задавать случайные, ну, особенно в упражнениях нам это удобно. В данном случае мы задали случайный массив размера 4 на 3. А тут трехмерный массив 4, 3, 2. В данном случае у нас показываются срезы, фиксируются
третье измерение на 1 и на 2. Вот такие срезы. Ну, поскольку массив может хранить произвольные типы, то в принципе он может хранить и составные типы коллекции. И получается у нас массив массивов. Вот такой вот двухэлементный массив, который состоит из массивов типа строка. Или массив массивов типа целое. Мы создавали вот массив упражнения перечислением. Большие так сложно создать. Мы можем с помощью включения. Это такой трюк, например, в Питоне он употребляется, который позволяет генерить массив. Ну, фактически, вот тут это тоже квадратные скобки задают функцию, такая специальная запись этой функции, которая генерит массив. Тут мы задаем произвольную функцию, и тут мы задаем условия на эти условия на эту функцию. Условия тут самое простейшее, просто пробегает от 1 до 10 цикл. Ну вот, например, квадратные корни. Тут мы задаем для нечетных квадрат на 3 умноженный. Если у нас две переменные, которые пробегают, соответственно, разные значения, то у нас получается многомерный массив. Ну и кроме того, мы можем, поскольку вот это вот ограничение на эту функцию, на переменную функцию, то мы тут, кроме фора, можем if еще задать, пожалуйста. Тут у нас модуль, то есть квадрат не делится на 5 и на 4. Ну и вот так вот упражнение, опять же, которое, надеюсь, вы выполните. Квадраты для массив квадратов, вектор квадратов. Ну и вот тут вот просто игрушечный пример. Мы подключили пакет primes. Импорт PKG — это опять средства для работы с пакетами включили. Импорт отличается от using тем, что когда вы задаете импорт, вам обязательно нужно название пакета, а потом функцию задавать. Когда вы using делаете, то название пакета не обязательно. Using primes, и посчитали элемент. Мы можем точку с запятой поставить. Точка с запятой у нас подавляет вывод. Базовые функции работы с массивом. В принципе, у нас есть набор функций для работы с разными составными структурами Julia, с разными видами коллекций. Они очень часто совпадают. Ну, идеология такая у Julia. Multiple dispatch. И вот у нас базовые функции с работы с массивами. Ну, тут достаточно просто число элементов, ну, длина фактически, количество размерностей, кортеж размерностей, размерность в направлении и копия массива. Копию чуть попозже посмотрим. Вот у нас наш массив. Сколько элементов? 9, логично. Размерность массива 3 на 3. Вот трехмерный массив. И количество у нас размерности 3. Кроме того, мы можем генерить массивы специального типа. Ну, в данном случае мы можем генерить массивы из единиц состоящей, двумерной, из нулей, одномерный, двумерный, и можем генерить массивы заполнением. В частности, вот тут у нас первым элементом идет массив 1, 2. Мы его три раза
дублируем, получается массив массивов трехмерный. Ну, естественно, мы можем заполнять не массивом, а числом, строкой. И далее, даже более того, мы можем заполнять, не указывая, что тут кортеж. То есть он без скобок тоже понимает, что это массив размерностью 3 на 2. Но, как вы видите, вот тут у нас он вставляет сам массив. Есть вариант, когда мы заполняем первый элемент массив, но массив раскрывается и заполняется элементами массива. Вот так вот массив Julia. Мы вместо того, чтобы получить, как тут 1, 2, 1, 2, 1, 2, мы получили шестиэлементный одномерный массив вектор, который стоит 1, 2, вот так вот. Соответственно, мы можем сдублировать не только вектор-столбец, но и вектор-строку. И мы можем сгенерить и вот трехмерный. Соответственно, у нас дублируется 1, 2, 1, 2, как один элемент. Получается 3 на 3 из двух элементных. А тут вот по строкам дублируется. Когда вы задаете массив, у вас есть представление внутреннее и представление, которое видит пользователь. Так вот, вы можете для пользователя изменять представление этого массива. Например, если у нас вот такой массив, мы его представить можем в виде двумерного массива 2 на 6. Ну, или 3 на 4, пожалуйста. Лишь бы хватало элементов. Вот так вот. Естественно, поскольку у нас функция чистая, у нас не меняется сам массив А. Вот, пожалуйста, он не изменился. Изменилось только его представление для программиста. Ну и операция транспонирования, она может быть задана с помощью функции transpose и с помощью сокращения в виде штриха, ну как в MATLAB, например. Что у нас есть? У нас есть массив 1, массив 2. Значит, вот давайте массив 2 напечатаем, чтобы видеть, что у нас, как он выглядит. Это вектор-столбец, вектор-строка. Давайте, значит, мы транспонировали первый массив. Ну, или вот так транспонировали, пожалуйста. И сравним. Мы видим, что они численно совпадают. Но обратите внимание. Тип массив. Тип массив. При транспонировании тип линейная алгебра транспонированная. Изменился массив. И поэтому очевидно, что внутреннее представление не совпадает. То есть, если мы тройной равно, это внутреннее представление, но фактически мы проверяем, что это один и тот же тип, мы видим, что это разные типы. Внутренние они не совпадают. Ну вот, еще вот таким вот образом мы можем задать многомерный массив, опять же, для красоты, синтаксический сахар, и вытащить определенный элемент. Вторая строка, третий элемент. Вторая строка, третий столбец. Для того, чтобы манипулировать частями массива,
можно использовать срезы. Ну, в Фортране есть, в Матлабе есть. Вот сгенерим произвольный массив и выберем следующее. Любая строка, фиксированный столбец 2. Вот массив. Тут у нас любая строка, столбцы 2, 5. 2, 5. Тут у нас любая строка, столбцы 2, 3, 4. Строки 2, 4, 6, столбцы 1, 5. Вот такой прямоугольничек вырезали. Строка 1, столбец от 3 до 5. 3, 4, 5. Ну вот упражнение. Опять же, вы можете выполнить, получите следующую информацию. Массивы можно, естественно, сортировать. Вам не нужно писать вашу сортировку. Тут все есть уже, потому что все-таки это для научных работ. Вот у нас массив. Мы отсортируем его по строкам. Вот у нас видим, что по строкам идет сортировка. Мы его отсортируем по столбцам. Видите, по столбцам идет сортировка. Мы можем найти максимальный элемент. Ну вот, смотрите, у нас получается тут кортеж. Мы можем первый элемент кортежа получить. Кортежа это 20, то есть это максимальный элемент. Второй элемент кортежа это индекс этого элемента. Также минимальный элемент, а argmax это вот фактически вот findmax второй элемент вытаскивает. С массивами можем делать определенные операции логические. Ну, на самом деле, они точно такие же, как операции с простыми числами, но у нас используется тут broadcasting, то есть поэлементная операция применяется ко всем элементам нашего составного типа, ко всем элементам коллекции. Это обозначается точкой. И в результате получается тоже массив 0 false, 1 true. И тут мы этот массив получили. Мы можем получить индексы, для которых значение больше 14. И мы можем получить сами эти значения, которые больше 14. Вот такой вот псевдокод. Смысл вот этой записи. Ну, поскольку у нас очень часто массивы рассматриваются как численные массивы, собственно, для этого идеологически они и делались, то у нас простейшие сводные операции могут быть, а именно суммирование массива, умножение элемента массива. Естественно, все это можно сделать с помощью broadcasting'а. И дополнительные статистические функции. Они раньше были в ядре Julia, потом в пакет Statistics переведены. Для этого нам нужно подключить этот пакет. И считаем стандартное среднее, стандартное отклонение, медиану. Мы можем для двумерного массива считать, скажем,
для всего массива, а можем по определенной размерности это сделать. Для всего массива это схлопнется, естественно, в один. В одно значение, для работы по строчной или по столбцам получаются соответствующие массивы. Ну, вот так вот. Средняя. Так, средняя. Так, ну, давайте. Очевидно, да, это так и есть. Вот тут средняя нулю равна нулю. Тут средняя нулю тоже должна равняться, тоже равна нулю. Очень хорошо. Ну и как мы уже увидели, по типу логических операций мы можем операцию поэлементную, бродкастинг, делать произвольную. Вот массив двумерный для двух чисел, для двух переменных сделали. Вот массив 16. Мы их можем сложить. Ну, по определению, сложение двух массивов – это поэлементное их складывание, поэтому операции совпадают. А вот при умножении у нас поэлементное умножение – это не то, что умножение двух массивов. Ну и поэлементное деление. Тут у нас вот значение инфимум получилось. Бесконечность, ну, логично, деление на 0. Ну, даже вот, пожалуйста, мы можем поэлементно возвести в степень. Ну, это ничем не отличается от любой другой операции поэлементной работы. Естественно, массивы модифицируются, мы просто задаем какой-то индекс, и этот приравниваем значение другому значению. Но мы можем делать с массивами следующее. Мы можем добавлять в массив и убирать элементы. Массив меняет размерность при этом. Размер, не размерность, а количество элементов меняет. Ну вот у нас вот массив от 1 до 10, а мы с ним можем работать как со стеком. То есть операция push — это у нас кладет на стек что-то. Вот у нас добавила с восклицательным знаком, операция изменяет свои аргументы. И вот изменился у нас массив. Ну, упражнение. И то же самое у нас с операцией pop. Операция pop выкидывает верхний элемент из массива. Ну, рассматриваю просто как стек. Push-pop — это элементы стека. Значит, упражнение — копирование массивов. Дело в том, что если бы мы просто копировали массивы, любая операция была бы достаточно тяжелая. Очень часто при копировании массивов нам, собственно, не нужна копия этого массива. Нам нужно ее просто под другим именем использовать. И так же, как в Fortran, у нас при копировании копируется ссылка на этот массив. То есть вот мы изменили второй массив, и изменился и первый. То есть мы работали по ссылке. Фактически это просто два разных имени одного и того же массива. Для того, чтобы скопировать, мы должны использовать явно вызов функции copy. Тогда генерится копия этого массива. Вот видите, ничего не изменилось.
И в конце просто несколько дополнительных функций. Слияние массивов, объединение массивов. Ну, самое простое append. Append у нас с этим знаком меняет свои аргументы. То есть, если у нас вот два массива, то получается массив, сливающий 1 и 2. Но а массив изменяется. То есть, меняем два массива. Есть операция, мы уже встречались, точка запятой, она тоже просто объединяет массивы. Соответственно, если у нас массивы не строка, не столбец, а строка, то вот таким вот видом. То есть фактически это видели операция генерации многомерного массива. Объединять массивы можно с помощью операции cut, cut операция concatenate. В ней задается, по какому направлению объединять. Для упрощения для двумерных массивов у нас тут vcut, hcut. Vcut по вертикали, hcut это по горизонтали. Но для более общих функцию cut можете использовать. Циклический сдвиг. Мы сдвигаем все элементы на единицу. Вперед раз, сдвинули. Сам массив не меняется. На 2 сдвинули. Видите, на 2 сдвигаем. И можно назад сдвигать. Ну, фактически для чего это? Скажем, вы делаете разностную схему, там у вас типа x2 минус x1, вы генерите вектор x-ов, а потом сдвигаете назад, тут получается в первом векторе начинается с x2, вот этот вот, а второй вектор, который был, он с x1 начинается, и вы так вычитаете, умножаете, ну что угодно делаете, и получается вот такая удобная работа. Empty очищает массив. Resize изменяет длину. Ну, у нас были, помните, push-pop. Push кладет, pop выталкивает. Фактически, вот мы сделали resize, уменьшили на единицу. Фактически, это то же самое, что и pop массив, он выталкивает последний элемент. Ну, естественно, он изменяется, поскольку функция с этим знаком меняет свои аргументы. Число элементов с помощью функции count считается. Count считает количество. Идеология такая. Вот берется некая функция, применяется к вектору, ну или к массиву. Применяется, получается массив, состоящий из логических элементов. Мы, помните, делали такое, где задавали функцию сравнения. И мы подсчитываем, сколько истинных. Вот из от это сколько тут нечетных, сколько четных. В принципе, если у нас такой функции нет, мы лямбда функцию можем тут поставить. Вот лямбда функция у нас идет, проверяется деление на 2, остаток от деления равен 0, значит четное, логично. Есть более, ну, другой вариант, он не лучше на самом деле, но просто показать гибкость. Мы тут явно функцию поэлементно массив проверяем, его делимость на 2. Ну и вот тут я хотел вам показать, что тут у нас broadcasting мы вручную вставили везде. Мы можем задать оператор broadcasting, который сам расставит broadcasting около каждой операции. По массиву у нас была сортировка.
мы можем функцию sort с восклицательным знаком, которая возвращает сортированный массив. То есть изменяет массив А, делая его сортированным. Он тут не изменился после сортировки, как видите, а после sort с восклицательным знаком он изменился. Мы можем посмотреть не только значения при сортировке, но и значения индексов при сортировке. Соответственно, когда мы посмотрим массив А и сортированные индексы, получим сортированный массив. И в Julia 1.5 ввели операции с накоплением. Ну, вот тут, например, сумма с накоплением, то есть 1, 1 плюс 2, 1 плюс 2, 3 и произведение с накоплением. Ну, собственно, этих операций вам должно хватить для работы с массивами.